на это будем и выезжать. Выезжать по грузовику в самом начале. Иванушка, 5 лет! По-моему, это очень много, а с другой стороны, совсем ничего. Мы счастливы, что свой день рождения отмечаем здесь, в Москве, в самом большом, в самом лучшем спортивном комплексе «Олимпийский». У нас сегодня будет необыкновенный концерт. Почему? Потому что наше действо будет транслироваться в прямом эфире интернета. То есть нас будут видеть и в Владивостоке. Привет Владивостоку.
и в Ташкенте, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Берлине. То есть, получается... Позвольте представить нашего веб-мастера. Эй, веб! Можно будет сняты? Получается история, что сегодня мы в этом Олимпийском являемся центром, центром Вселенной. Центром Вселенной, а все, что мы любим вас, дрожащий огонь, дыма табачного плена. И та, что согласна ехать со мной, тоже является частью Вселенной. Полетели! Thank you.
Девчонка,
люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. За любовь твою одна. Все на свете. Про него порасскажут всякое. Просто так не болтают все же. А ты ходишь за ним, послушная. Повторяешь, он хороший. Не был я никогда советчиком. И советовать здесь негоже. Я сегодня с ним встречаюсь вечером. Он получит свое хороший. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Девчонка, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. За любовь твою отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Девчонка, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. За любовь твою отдам. На свете. Какую? Мы не пели 3 года эту песню, но сегодня Кири сделал новую прическу и стал тем самым, по-моему, главным героем. Конечно. Конечно он! А как же я? А ты в другой раз. Ну ладно. Тоже нормально. Эй! Эй, эй, парень. Для тебя, и ты пойми, эта девочка, пойми, конечно, он очень красив.
конечно, он голубая кровь, конечно, он знаменит, но только он не верит в свою любовь. Конечно, он очень красив, конечно, он будет с тобой, конечно, ты ему все простишь, но только он не верит в свою любовь. Твою любовь, твою любовь, но только он не верит в свою любовь. Тебе еще так мало лет, ему твои страдания совсем не в кайф. И вся твоя любовь, конечно, полный бред. Конечно, он очень красив, конечно, он голубая кровь, конечно, он знаменит, но только он не верит в свою любовь. Конечно, он очень красив, конечно, он будет с тобой, конечно, ты ему все простишь, но только он не верит в свою любовь. Конечно, он, нет, конечно, он, конечно, ты. Александра Шаганова исполняет Кирилл Андреев! Люди! О! Сколько курящих! Давным-давным-давно темной ночкой на крылечке. Давным-давным-давно в Олимпийском подарил тебе коле. Подарил тебе колечко. Зачем? Зачем? Отдала ты мне сердечко. Храни, храни его. Не теряй, не теряй, пусть я вас. Говорить о том не нужно. Колечко, зачем? Кольцо, зачем? Давно подарил тебе колечко. Зачем? Зачем? Сердечко. Отдала ты мне сердце. Thank you.
никому и не сказала. Колечко, колечко. Нормально. Давно это было. Давно. Зачем я колечко? А я колечко. Подарить. Сердечко твое впереди. Давайте вместе с вами. Колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. Зачем я колечко дарил? Сердечко твое впереди. Спасибо вам. Спасибо. Пойдем, мальчик, отсюда. Вон. Не только пацаны бросают девчонок, но и вы очень часто уходите от нас. Всем ребятам письма лета и никогда не грустите. Листья это письма лета. Что? Что летят? В никуда-то. Столицы в никуда.
Мы сейчас попробуем с вами сделать какое-то подобие караоке, если вы не будете против. Попробуем, да? Потому что песня-то совсем новая, вот, и слова вы можете не знать, и мы их тоже достаточно часто забываем. Давайте я попробую вам напеть припевчик. Лодочка вдоль бережка медленно плывет. Где же моя милая, что же не идет? Лодочку вдоль бережка течение унесет. Не хочет плыть вдоль берега, плывет водоворот. Ну что, поплыли! Моя милая, что ж не идет?
каждый камень кричит, то на я все молчу. И только то стучит, 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 стучит по стеклу. И только то стучит, 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 стучит по стеклу. Я не отдам тебя, я не отдам тебя никому. И только то стучит, 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 стучит по стеклу. Я не отдам тебя, я не отдам тебя никому. Ты себя от меня отучаешь и зря. Не отучишь ладони бить капли дождя. Символ. Потише, молодежь, к интервью. А? Вот. Вот, просто, ну, просто влюбился. Просто так, так звезды сошли, что мы в этот вечер встретились у друзей. И подходит молодой человек и говорит: «Здравствуйте, меня зовут Вова». Я говорю: «Очень приятно». И как бы, ну, я отворачиваю взгляд, смотрю куда-то, ну, там, в другое место. И потом он говорит: «Вообще-то меня зовут Кирилл». Тут я обратила на него внимание, увидела, да, узнала, это он. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Я ушел тогда на двор, понимая. Потом через буквально там 3 месяца сказал: «Я тебя люблю». Понимаешь? Понимаешь. Сначала он его очень часто видел. Потом он стал его видеть, естественно, реже. Сейчас начались гастроли, он приезжает. Первого целует, конечно, не меня. Я встречаю сразу с сыночком его. Кирюшенька, солнышко, прям его прям вот так вот. Супер, такой пацан, перец просто.
Для меня вот на данный момент смысл жизни в том, что у меня есть, во-первых, семья, у меня есть сын, есть любимая жена. И, естественно, фундамент – это моя работа. Вот, вот эти вот три таких постулата, которые мне очень важны. Александр Сергеевич Пушкин. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Не плачь. Не плачь, 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 не пл
и по крышам, везде ты ждешь. А хозяйка где-то с рыжим ходит по бульварам до темна. И опять ты здесь одна. Везде лет дождь, дождь зануда, дождь зазнайка. А ты все ждешь, ждешь, когда придет хозяйка. Фонари зажгли вечерний свет, а ее все дома нет и нет. Кукла Маша, кукла Миша, кукла Саша и Ариша. Просто годы детские прошли. Все мы подросли. Может быть, кто первая любовь. На-на-на-на-на, 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 на-на-на-на-на. Везде дождь, за окном намокли ветки. Лёд, дождь, куклу отдадут соседки. Отдадут, не спросят, отдадут. Отдадут, руками разведут. У них малыш, он тебя поставит в угол. И ты грустишь. Пожалуйста, не бросайте, люди, кукол. И уж скоро полночь на часах. И у куклы слезы на глазах. Кукла Маша, кукла Нина, кукла Таня и Полина. Просто годы детские прошли. Дворик превращается в парк.
Впервые за 5 лет, за это время, когда я сбежал со своей родины Сочи, ко мне в гости приехала моя мама. Специально мама. На концерт. Мамочка! Мама, ты где? Марго! Мама! Мама Маргарита! Твой сыночек. И летом, когда мы были в Сочи, мама мне сказала: Андрюша, если, блин, на концерте не будет подсолнуха, я не приеду. Беда в другом. Мы эту песню уже не поем, потому что, ну, серьезно, выросли мы из нее, из этой песни. Она такая детская и так далее. И мне вот дилемма. Мам, я тебе пообещал эту песню, да? Только она, конечно же, будет. Я своей маме тоже обещал спеть песню, да. Но петь я не буду. Будут петь мои друзья. Вот такие вот Иванушки International. Отдыхаем хорошо! Отдыхаем хорошо! Bye-bye.
они все настолько хороши и одинаковые воспоминания, что я, что когда мне один раз там отшлепала мама там за что-то, это вот, опять же, врезалось в память надолго, потому что, в принципе, этого практически не было. У меня очень любящая была семья, по крайней мере, любили меня. В общем, я был счастливый ребенок в любящей семье. Мама, я люблю тебя. Я тебя люблю. Если у тебя есть фанаты, значит, ты чего-то, что-то сделал. Нет светлее твоих слез. Я буду. Поэтому как бы я вот поэтому мне нравится, когда на концерте девчонки прыгают, когда они скакивают, когда они падают в обмороке. Ну не такое, что она в обморок упала. Нет. Конечно, мне просто значит, мы что-то несем. Мы, значит, что-то все-таки даем. Спасибо вам большое! Я фанат своей работы вообще. У меня единственное, что, за что у меня болит сердце, жжет, стреляет, надрывается, выскакивает экземы на пальцах, на руках. И это единственное из-за моей работы. Два бездонных океана оглох. Океана выше, океана выше. Ну, в общем, шут-то частенько давал советы королям. Мне кажется, что вообще роль шута, на роль шута может претендовать только достаточно мудрый человек, который с высока своей мудрости может рассмешить даже короля. Это первое. И второе, вообще я шут по жизни. Я шут по жизни, но такой вот мудрый, наверное. Наверное, мудрый. Кто-то может думать иначе, но я сам за себя знаю. У меня там 5 детей, хотя их на самом деле 3. Шутка. Во-первых, конечно же, мне хотелось бы остаться в центре. В центре вообще жизни. Российской, там, музыкальной. Мне кажется, что у меня есть какие-то там внутренние еще силы, чтобы грубо говоря, не скатиться, да, после Иванушек в неизвестность, в никуда. У меня получится то ли сольный проект, то ли шоу на ТВ, то ли, я не знаю, театр.
Вечером идешь, может, я чего не понимаю, лучше, чем меня ты не найдешь. Нашей дружбой дорожу. Эй-эй! О-о-о!
Девчонки, для вас, для вас, для вас, про вас, о вас, о ваших бездонной душе и бездонных глазах. Два океана. Два. Глаз, океана, глаз, океана, глаз. Помогайте. Два. Давай, давай. Глаз, океана. Один знакомый ветер рассказал сегодня о тебе. Рассказал, что сколько не летал по свету, никогда такую не встречал. Вот только он не знает, вернее он не помнит, где ему ты повстречалась на земле. Подробно описал. Два бездонных океана глаз, океана глаз, океана глаз. Два бездонных океана глаз, океана глаз, океана глаз. Два бездонных океана глаз, океана глаз, океана глаз. Два бездонных океана. Что имя он ни разу знал, и где живет не знает, и телефон не помнит. По-моему, он ее приревновал. И рассердился ветер, и двинул мне по шее, и дунул так, что улетел я далеко. А я летел и думал, что вот какая штука, ведь я с тобой уже давно знаком. Два бессонных океана глаз. Спасибо.
Я иду по городу, иду по улицам, иду.
Теперь вместе с вами. Давайте. Я иду по столице, я иду по Олимпийскому, иду я обязательно. Давайте попробуем. Я иду по столице, я иду по Олимпийскому, иду. Come on! Я иду по столице, я иду по Олимпийскому, иду я обязательно тебя найду. Я иду по столице, я иду по Олимпийскому, иду я обязательно тебя найду. Я иду по городу, я иду по спасибо!
тебя есть дом. Come on, go! Лужи на асфальте. Ты стоишь и ждешь. Ты стоишь и ждешь. Ты сидишь, пересидишь. Ты намокла в платье. Друг твой не пришел. Твой самый лучший. Так нехорошо. Дай на небе тучи. Дай на небе тучи. Тучи, а тучи, тучи, а тучи. Как люди. Ничего не придет, кроме последнего пророка. И имя ему — Любовь. Внимание, девочки, ответственный момент. Слово предоставляет Кириллу Андрееву. Рано он ушел.
не успел сделать того, что было задумано им после ухода из Иваныша. Но он любил жизнь, как я. Или я любил жизнь, люблю жизнь, как он. Мы дружили с ним 7 лет. И действительно, как бы, ну, вот брат, два брата таких вот акробата. И он мне давал свои первые стихи. Достаточно такие, очень хорошие стихи, такие наивные, даже полудетские. И почему-то он все время там рисовал виселицу. Священные люди, жертвы чьей-то похоти, может быть, жертвы удовольствия. Это тоже, нас тоже приносят жертвы, понимаете? Еще раз дымку побольше. Туман для вас. Девчонки. Ты ходишь опять на аллее туман. Будет напоминать мне, что было обман. Что любовь — это миг, мной придуманный зря. Спасибо. Спасибо большое.
вечная зима. Я не верю в эту тишь. Я могу сойти с ума. Может, все же позвонишь. Пришел, он просто прислал свою кассету и просто стал Иванушкой. Его зовут Олег Яковлев! Перед публикой состоялось, по-моему, лет, наверное, в 4 или в 5. Вот, знаете, этот кошмар, когда собираются взрослые люди и ставят ребенка на табуретку и говорят, ну давай, пой, я пел какую-то песню про ежика. Я помню, что мне понравилось ощущение, что ты на какой-то, да, на табуреточке, что там люди тебя слушают, и ты испытываешь колоссальное удовольствие от этого. Я темноты боюсь. Я боюсь случайностей. Олег, не лезь туда. Олег, ну ты чего? Ну поскользнешься, упадешь. Я очень боюсь потерять моих друзей и профессию. Насколько это больно, потому что для меня друзья - это любимые люди, это родные люди. Неудовлетворенность самим собой не позволяет быть недовольным собой. Вот недовольным собой исследовать, я на своем месте, у меня голова не съехала, я не схожу с ума от того, что там, меня там узнают люди и улыбаются мне, и рады меня видеть, и так далее. Хотел бы петь, хотел бы выпустить какой-то совершенно потрясающий диск, где бы я пел очень хорошо. Может быть, не так конъюнктурно, не баб такая коммерческая музыка, но я бы просто хотел бы сделать очень грамотный, очень хороший вокальный альбом. Раненые они за мечту свою, за мечту.
так вышло, почему? Правда, не похожа на мечты, но и правду он сказал тебе, будто на земле больше нет любви, больше нет любви. Есть любовь! Снеги улетят и не поймаешь, снеги, не заморишь, не заплачешь. И мечты такие улетят и не поймаешь, снеги, ты же знаешь, ты же знаешь. Снеги улетят и не поймаешь, снеги, не заморишь, не заплачешь. И мечты такие улетят и не поймаешь, снеги. Знаешь, это весна. Снегири-нигири улетают, да, да. Снегири-нигири улетают, да. Знаешь, это олимпийские. Это иванушки. Это москвичи. Это вся наша страна, которую мы безмерно любим на самом-то деле. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Небо, небо!
я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Ну, заяц! Погоди! Thank you! Спасибо! Это песня о любви, но так получилось, что она немножечко стала практически спортивным гимном в России. Бегите, стремитесь, любите и будьте счастливы! Журавли, лети, слышишь?
Спасибо! Соскучились очень по лету, по морю, да, по солнышку и, конечно же, по тополиному. Пуху! На асфальте мело, ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не знаешь, ты нам скажешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пуш, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пуш, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, 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 снега! Да! Счастья! Да! Где найти бы счастье, маленькую дверцу, маленькую дверцу. Далеко-далеко парус уплывает, парус уплывает. В этой жизни счастья мало так бывает. Тополиный пуш, жара, июль, ночь такие теплые. Пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон противоположности. Тополиный пуш, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Спасибо, родные, спасибо. Спасибо. Да здравствует любовь! Я знаю точно, что эту песню любят почти все.
В этом городе эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта синие глаза. Come on! Подожди меня после концерта синие глаза я. Я не знаю, кто рассказал тебе эти сказочки про моих подруг. Подожди меня
после концерта синие глаза я. Подожди меня, подожди меня, подожди меня, подожди меня, подожди меня. После концерта синие глаза я. Я впервые в этом городе. Настроение дальше некуда. Не бросай меня после концерта. Синие глаза я. Подожди меня, подожди меня, подожди меня, подожди меня, подожди меня. После концерта синие глаза я. Подожди меня, 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 подожди меня. Не бросай меня, не бросай меня. Скоро-скоро ночь, мы расстанемся. Подожди меня после концерта. Синие глаза я. Подожди меня, подожди меня, подожди меня, подожди меня, подожди меня. После концерта синие глаза я. Жди меня, жди меня. И меня. А вы нас ждете, да? Меня. Давайте руки, поехали. Подожди меня. Все, все, все. Подожди меня. Меня, подожди. Подожди меня. Подожди меня. Подожди меня. Эй! После концерта. Подожди меня. Подожди меня. Подожди меня. Подожди меня, 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 подожди меня. Иванушки, у нас пятилетие, у нас огромный праздник, поэтому мы хотели бы перечислить всех тех, кто с нами работает. Это продюсерский центр, конечно же, это мозг, композитор Игорь Матвиенко, Игорь Полонский, Дмитрий Минаев, звукорежиссер, Андрей Лукинов, директор, все уволены! Юлия Григорьева Полонова, все сестра, уволены! Все! Всем огромное спасибо, а также всем музыкантам и поэтам, которые с нами работают. Спасибо. Спасибо вам за все. Еще знаете, что хочется сказать? Конечно же, расставание. Конечно же, расставание. Грустно всегда, понимаете? Немножко грустно, поэтому на прощание у нас тоже немного грустная песня. Поверьте! Слезы. А, и девчоночки, которые приехали из других городов. Спасибо вам! Чуть не забыл, конечно же, огромное спасибо нашему директору Олегу Головко, который нас отпускает в разные города нашей необъятной Родины. Спасибо вам большое за ваше поздравление. Поверь, мне тоже очень жаль, что все закончилось так скоро, и снова нужно уезжать.
А я люблю твой тихий город. И снова нужно уезжать и ждать почтовые конверты. Поверь, пойми, мне тоже жаль уже прошедшие концерты. Поцелуй твой и слезу вокруг света пронесу, пронесу вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез. Я тебя люблю. Поцелуй твой и слезу, и слезу, и слезу. Вокруг света пронесу, пронесу, пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез. Потому что я буду помнить эти дни. Они не знают повторений. Они не знают повторений. Мы шли по городу одни, хранимы облаком сирени. Я буду писем твоих ждать и путать вновь весну и осень. Минуты грустные считать до наших встреч с тобой и после. Поцелуй твой и слезу вокруг света пронесу, пронесу вокруг света и до звезд пронесу. Нет светлее твоих слез. Я тебя люблю. Поцелуй твой и слезу, твой, и слезу. Вокруг света пронесу, пронесу, света пронесу. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез. Потому что я тебя. Сегодня с нами работали группа Лила Дэнс. Сегодня с нами выступала группа Класс. Сегодня с нами танцевали наши поклонницы и фанаточки Рейнджерс. Сегодня с нами был балет Благия. Сегодня была Надежда, Леверен, Фальтеев и Радость. И дети, дети были маленькие такие. Вокруг света и до звезд пронесу. Не светлее твоих слез. Потому что я тебя люблю! На самом деле, можно любому человеку и другу пожелать, чтобы в его жизни был учитель, был пример для подражания. Матвиенко для меня учитель. Игорь Матвиенко стопроцентный вкус на звук, на текст, на внешний вид, на внутренние ощущения. Это наш композитор, продюсер. Я отношусь, естественно, с уважением. Именно с возникновением этих отношений с Матвиенко, естественно, мы стали артистами, мы стали популярными. Я на самом деле не очень его хорошо знаю. Я до сих пор называю Игорь Игоревич и на «вы». Просто, вот, наверное, одно слово уважение. Спасибо, что пришли, мы вас любим. До новых встреч. Пока, дорогие друзья. Встречаемся ровно через 5 лет на этом же месте. В этот Пока! Же час. Спасибо. До свидания, спасибо. Ну что, девочки, пойдем. Дело в том, что я просто принадлежу к такому как бы рангу продюсеров, которые как бы, занимаются в основном музыкой. То есть, моя работа, я заношу идею прежде всего вот на маленькую магнитофонную там, ленту или там, пластиночку. И поэтому вот данные, вот такие массовые как бы, зрелища для меня просто даже действительно кровь. Потому что я этого делать не умею, я не специалист. Мне это очень тяжело. Поэтому не скоро будет следующий концерт, а может быть его вообще больше не делать.